Какая трансляция? Продолжаем. Вторая игра. Боже, подожди, так я еще не зашел в игру сейчас. Давай, Могу заходи. затыкать нечаянно. Только как потом Апокос. комментировать? Визортика не стартуй. Вот, чуть не простыкал Хострич, игру. хострич, хострич. Нортик, заходи, а то без тебя опять будем комментировать. Давай. Я В смысле опять? Перезапускаю Warcraft. Я сейчас приду. Ты живой там, Норт? Чё, где ты в игре? Тебя нету. Захожу. Они тебя ждут. Семеро одного. Бля, быстрее, давай быстрее, быстрее. Заходи. Давай, рожай, рожай. А рич хост? Да, хост рича. Ну, сок рич такой. Я его не вижу. Ты акулич, что ли? Или захожу. Синдром акулича подхватил. И у меня не запускается Гарена. Вот подстава. Ну блин. Ну, дела. Нортик мог стать знаменитым комментатором, но в итоге не стал. Вот уже Гарена полетела. Ты реально Гарен не запускается. Тупая. Ты там стрим включил? Можно материться еще, нет? Можно. Я, наверное, это обрежу потом. Вырежу. Ну чё, я не знаю. Стартуйте, наверное, без меня. Уверен? Я не могу зайти в Гарин авторизации, если ничего не происходит. Короче, они начали. Я буду аудиокомментарии ставить и подставлять. А Лавель, у тебя компьютер да, мощный? Очень хороший. Можешь шарить Нортик тогда игру? Не, у меня компьютер же слабый, что ты решил? Чё, ты говоришь мощный. Так я же не в общаге. У него самого он на ладони дышит. Знаешь, что моментами может быть такая скриншот, моментами игра. Да ладно, забейте. Комментите просто, искрометно, как Виктор Гусев. Не, я так не умею. Я буду все слышать и представлять. Представляй картину. Орк строит Бурос. В коня тычут уже, да я знаю. Так. Рабочего Хумана строит алтарь. И там, Дим, представляешь, стоит такая тачка внутри алтаря. Ты же представляешь этот момент? Что? Ну тачка стоит внутри алтаря. Тачка? Уже не стоит. Уже пила. Рабочий так. Рубит и пила сама пилит. Рабочий этот, телепат, у него пилы сами летают, пилит, все просто. А орка в молоток летает. Не, стучит сам. А, стучит, то есть стукает. Так, смотри, он, у него ранний барак, тактика на СД меняется, у него барак ранний. Слушай, ранний, это... нормальный у него барак. Не, ну в той игре был у него поздний барак, а в этот момент у него нормально поставит он барак. Хорошо. Имею в виду со второй игрой, с первой здесь, игрой, как он здесь ставил. Здесь форсир, внимание, форсир. FPS. Нортик, твой любимый форсир. Тархмах, естественно. Восемь, нормально. Короче, он сейчас пойдет крепить мастерскую, закрепит вторую точку, и дальше уже по ситуации, если там все нормально будет, пойдет крепить еще магазин с ментами, или сразу там выход в Т2 мешать орку. Ну, получит третий левел, хочет получить, а форсир будет мешать крепиться с волками своими фирменными и грантом. Да. Дальше уже выход. Но если форсира берет, может, и верно он выйдет как-то? Ну, возможно. Или, да. Или по так, или там по стандарту будет играть. Да, тут стандарт тоже закатит, в принципе. Форсир турен. Или может даже форсировать. Вейв чайник. И минус все кастеры. Да. Ну, возможно, будет и СХ. СХ тоже неплохо. Ну, раз же для герокилов. Он берет аран, ну и для хилки. Мне нравится фишка на СД. Он, короче, вызывает волков, смотри. И крипит, ну, сразу точку отдельно, чтобы побольше экспы было. А сам бежит на Хумана, скорее всего. Да, это хорошая фишечка.
А, не, он все-таки будет крепить, смотри. Да, он крепится, но... Тет, я не знаю, даст Хуману прокрепиться? Будет третий АМ, придет на базу. И что делать? Ну, подожди, он же сейчас пойдет к Хуману, вот я тебе говорю. Он сейчас сломает эту точку и ну, пойдет да. на Хуману. А, ту точку закрепит, он может даже второй левел получить. Нет. А, не получит. Нет, точно, я плохо почитал. Точки слишком слабые, это что? Да, у тебя с пристами слабые. Он девайс не взял. Ты посмотри, хороший девайс. Как и для АМ, и для форсира. Конечно. Лучший. Че? Смотри, какой Найс Дэй наглый. Ага, второй левел хочет получить, но тут сейчас спалит или не... Да, палит. Забирает девайс, вызывает волков. Не забирает тоже, почти ней. Зачем он нужен? Рич хочет забрать, смотри. Я все-таки забрал Найс Дэй. Ну да. Здесь кобальды мешают. Ну все, тут сейчас будет харас рабочих, я думаю. Сейчас на SD может сапоги купит. Может, купит. Ну, как раз должен купить. По времени уже они доступны в продаже. Не, они доступны с 19. Ну, час уже, да, что прибежит пока. Угу. На SD пока не закладывает баррел. По таймингу сейчас должен ставить уже третий баррел. Ну что-то, короче, он передумал брать сапоги. Рич сейчас этим может окном воспользоваться. Да. Побитый. Ой, можно, кстати, просветку взять. Да, можно. Но он разменит что-то с волками. Не берет все-таки сапоги. Он хочет, смотри, форсиру убить. Очень хочет убить ФС. Ну это ошибка. ФС... Я не знаю, Хуману уже можно тут ферму поставить и просвечивать себе спокойно. Да. Или купить порошок вместе с сапогами и все остальное. Ну пока у Хумана все неплохо. Первый форсир против второго архмага. Да не сказал бы. То есть архмаг должен был по таймингу уже третий давно получить и отменять баррел. С чем да, но у него есть. Да, но у него есть время, пока орк отхилится, чтобы закрепить там какую-то точку, он идет на орка почему-то. Ну да. То есть со вторым уровнем ему тут нечего ловить абсолютно. Попытка окружить гранта. Ой-ой-ой! Окружил, смотри, как. Ой, окружил, еще. Молодец, гляд. Да. Посмотри, сейчас начнется фокус по коню. Да. А он его и так бы окружил, да. А, нет, ну тут принципе. Ой-ой-ой. Ну убей ты гранта, господи. Там... Есть. Слушай, добил гранта. Да. Можно было даже хилку форсировать. Смотри, он сейчас еще одного может убить. Ай-яй-яй, смотри, на спидах. Попытка развести. Ну ты посмотри, какие стальные яйца у Рича. До сих пор ТП не прожал. Да, уходит на каких-то 35 хитах. Да понты вообще сейчас еще. Смотри, гранта пытается убить. А вот были сапоги бы, он бы оттуда легко бы убежал, не разменял столько по ХП. Ну конечно. Да. И у него косарь голды, ё-моё. У кого? У Рича, что ли? Да, у Рича, посмотри. И он ничего не заказывает. У него Т2 готово, у него столько голды и ресурсов, ничего не заказывает. А, он заказал второго героя, бестмастера. Ай-яй, волки, смотри, волки! А! Жесть! Блин, просто покупай бутылек. Да не, он это все-таки реально стальные яйца Рича. Смотри, как ферму еще строит. Ну, палевную такую, оп. Абсолютно без палева, абсолютно. Второй левел. Второй уровень. Чайник стоит 120 маны, передаю привет Даку. Так, значит... 120 или 125? Мне кажется, 125. Нет, 120. 100% 120. Точно? Я проверял даже на сайте Battle.net. Вот. Значит, так... ну и в игре я не проверял на сайте. Вождь Минотавров. Ну все-таки да, ФСТЦ, мои прогнозы сбылись. Логичный, в принципе, выбор. Вот. Ну вот у Рича, смотри, поздно все. Из-за того, что 1000 голды, просадки по таймингу поздно будут с орки. Вот. Завтыкал он. Да, а у орка, смотри, даже быстрее все. Да? Ой, я накрепит мастерскую. Короче, пока комментируй без меня, мне телефон звонит. Хорошо. Хуман крепит желтую точку, выпадает жезл молнии, книга силы для беста, берет ее. Он взял три выше таурки и пойдет, скорее всего, получит третьего АМа и пойдет застраивать. Пошли первые сорки. А, пристоп заказывает. Рич в одной прист, второй тоже прист. Потом пойдут сорки. А орк тем временем параллельно крепит лавку гоблина. Получит второго ТС.
Да ё, твою мать. Долбаная игра, что-то вылетает. Торрент покупает себе инвул. Спиды и будет крепить шахту. Хуман тоже крепит шахту. Получит 3 ВМ и пойдет застраивать арка. Да, параллельный левел ап у Беста. И у АМа, АМ берет на 3 левеле 2 элема. А Бист возьмет себе сокола или свинку. Не, или медведя. Эй, блин. Сейчас я секунду тут отключу. Чтобы альтабнуть. Раз. Все. Без проблем сможем комментировать игру. Итак, сейчас навязывается битва. Начинает драться Хуман. Тут я не знаю, стоит ли ему драться или нет. Вроде 3 АМ, но у орка так лимита больше. Ой, архмага окружает АМа. У АМа инвул, надо прожать ему инвул, прожать вейв хороший на, по кастерам. АМ в инвуле надо лизать свиток, я типа минус 1 грант. АМ биты, уходит. Свиток лечения орка хороший. А у Хумана вейв чайник прокатывает, минус приз. Очень много потери хорошие у Хумана. Диспел идет. Хуман старается расконтролить. 42 лимита на 41. Лимит более-менее рано. Окружает Беста, минус Бестмастер. Вейв проходит на чайник, к сожалению. В чайник проходит на вейв. Можно и вейв было пройти. Прокинуть. Плохо тут Хуман разменялся. Ему вообще не надо было сражаться. Потерял Беста 2 уровня. 37 лимита на 41. Битая ЭМ, все битое. Потеря в инициативе. Тут была застройка. Смешной момент. Рабочих ловят, казнят, ката стреляет по одному в сетке. Да, очень неприятно речу сейчас. Не стоило ему там сражаться, куда он там полез. Тем более коня так загнал глухо, прям на окружение. И все, если бы не инвул ТП, минус конь. Сидит на лимите. Nice day. Хуман отсылает свою армию к лавке, сейчас будет покупать свиток. Да, покупает свиток, и сейчас пойдет или к орку, или крепится дальше. Все, а орка здесь... все хорошо. Молодец. Ну что тут? Была битва между Найсдеем и Ричом. Найсдей не стоило ему там сражаться, потерял Бестмастера, потерял ТП, кучу юнитов. Найсдей или Рич? Рич. А, Рич. В принципе, все хорошо у Найсдея, а вот Ричу надо теперь восстанавливаться. Ну, он сейчас уже восстановится, хотя лимита у орка больше на 5. И орк сейчас будет намерен нападать. У него третий таурен и третий форсир. Это вейв чайник и все, и кастеров он положит. Поэтому он стоял возле мастерской, покупал свитки. Купил себе свиток защиты, протекшена, и один свиток исцеления. Минусует фермы сейчас на SD. И сейчас тут будет завязываться армия. Вот пристами надо диспелить волков, но у них нету на этого грейда. Начинается замес. Все под слоу, свиток. И начинается замес. Менты приходят, начинают вписываться. Ну что-то тут Хуман разваливается, по-моему. Да, вейв проходит, чайник проходит. Сейчас гляну. 33 лимита на 41. Да, Хуман тут развалится. Орка было преимущество начать. Ему не стоило там сражаться. Куда он там полез? 42 лимита на 50. Орк вот. Потерял, по-моему, 2 юнитов только. Да? 2 грунтеров. А нет. Тут, смотри, все битое у Хуман. Не, я видел, как Райдер умирал. Кто второй умер, наверное, грунт все-таки. Таурен врывается, делает вейв. Хороший вейв. Да. Хороший. И все, его от сорки. GG, все. Да. Минус бист, ой, все. Мечте Нортика не сбыться. Это точно. Хотя, кто его знает, может там и не Нортик будет. А какая разница от Нортика-то вообще? Может вообще в финале будет Акулич с NSDM? Да, да, да. Вполне можно реально предположить, что там будет Акулич. Вот. Короче, это.
Сейчас я, наверное, это обрежу запись. Ну, мы будем каждое видео обрезать. Сейчас будет, короче, играть Нортик с Бэйном. Нортик с Бэйном, это... Это... А, да. Получается, как понимаешь, я жду Нортика в полуфинале, а Найсдей ждет в полуфинале... А, нет, подожди, это он полуфинал уже сыграл. Это был полуфинал, да. Да, сейчас будет первый раунд Нортик против Дарт Бэйна. Это за выход в полуфинал. Угу.